жизнь меня не понимает. Не понимают даже мама и отец. Не можешь даже цель себе поставить. Не знаешь, где начало, а где конец. Не знаю я о том, что будет завтра. Останусь ли я жив или умру. А может быть, меня девчонка бросит. А может быть, в тюрьму я попаду. Я вижу каждый день одно и то же. Я вижу, как одни кого-то бьют. Я вижу, как в подвалах ребятишкам наркотики попробовать дают. Ну что за жизнь у нас такая с вами? Где денег не хватает никогда. Ведь деньги — это грязная бумага. Ну и без денег нам прожить нельзя. Все кражи происходят из-за денег. За деньги продают самих себя. Ну чтоб девчонке подарить подарок, и здесь должны быть деньги у тебя. Зачем тогда на свет мы появились? Чтоб жизнь такую грешную прожить. Но знаю, нет такого человека, кто не хотел бы в этой жизни жить. Мы хотим, чтоб нам попутный ветер дул, чтоб Аллах всю нашу жизнь перевернул. Чтоб не знали горя люди никогда. Это наша жизнь, это наша судьба. Выходишь вечером на улицу опять. Ты слышишь крики, громкий плач и стон. Все почему-то любят убивать. Здесь каждый хочет сесть на царский трон. Здесь беспредел, здесь уличная жизнь. Здесь нужно больше дела, меньше слов. И если чуть окосится твой взгляд, любой чувак тебя убить готов. Хочу кричать я людям, хочу сказать. Хочу, чтоб жизнь у нас спокойная была. Скажи, зачем друг другу убивать? И чтоб судьба спокойствие дала. Нам надо вместе эту жизнь спасать. Но нет, ведь человек не знает. Не знает, что такое эта жизнь. Ведь люди лишь самих себя спасают. Спасают, чтоб прожить вот эту жизнь. Идешь и видишь, кто-то грабит тачки. Он грабит, чтоб купить себе еду. А кто-то просит у людей подачки. Такую жизнь я видеть не могу. Мне остается лишь молить Аллаха, чтоб он всю нашу жизнь перевернул. Чтоб не было насилия и страха. Мы хотим, чтоб нам попутный ветер дул, чтоб Аллах всю нашу жизнь перевернул. Чтоб не знали горя люди никогда. Это наша жизнь, это наша судьба. Наша жизнь, это наша судьба.